Развитие сельской территории в рамках проекта генерального плана обсудили на встрече главы Сочи Алексея Капайгородского с местными жителями. Отмечу, сельские территории курорта, в том числе и аул Хаджико, ждут преобразования. А вот какие объекты там появятся, зависит и от пожеланий жителей. Чтобы каждый житель смог сказать, скорректировать, где что открыть, для того, чтобы было вам комфортнее, вам здесь жить, а мы сформируем все, что вам нужно. Основная задача, что все участки, все земельные участки, которые сегодня существуют, государственной собственности, федеральной, краевой и нашей муниципальной, все это пойдет только на благо вам, и объекты, которые вам нужны, они будут укомплектованы именно в порядке социальной направленности. Стало известно, что до конца февраля в ауле откроется новое медицинское учреждение, где на постоянной основе будет работать врач общей практики и будет организован прием докторов-специалистов из первой городской больницы. Также на встрече обсудили проблему газификации. Принято решение о газификации всех 31 населенного пункта в городе, которые сегодня у нас не имеют сетей высокого, среднего давления, межпоселковых сетей газоснабжения. В настоящее время проходит подписание процедуры уже самого графика проведения работ. В первом квартале этого года мы также его разместим, представим СМИ. В ауле есть проблема и с централизованным водоснабжением. Ее будут решать совместно с муниципальным водоканалом. Также принято решение об отсыпке дороги, соединяющей аулы Хаджико и Ткагабш. Работы планируется закончить до начала лета. Все просьбы местных жителей внесены в паспорт ТОС. Мы знаем, какие работы должны вести, какая стоимость, что в первую очередь. То есть системность, очень большая системность, плановость появилась в нашей работе. За последние 2 года то сделано больше, чем за последние 10 лет. Отмечу, что в Хаджико уже отремонтированы улицы, построена ливневая канализация, установлено освещение и оборудованы детские площадки.